Ребят, я их приветствую. Всем доброго вечера. Кто присоединяется, напишите, пожалуйста, что со звуком и с видео. Ролик сегодня по контексту того, что вы видите в названии. Что будут показывать, не знаю, но будем посмотреть. То, что напланировал и что происходит с планами у этих созданий чудесных. Добрый вечер. Давайте так, добрый вечер всем, кто присоединяется, мальчикам и девочкам. Супер, как обычно. Замечательно. В таком случае сегодня посмотрю я на несколько аспектов, что там по событийке, что по астральному плану пытаются пробить энергетически, как работают в плане воздействий, и ваше состояние при этом. Вот так-то. Ребят, здесь трансформация ситуаций, при которых вам нужно было отстаивать границы. То есть все время быть в обороне. И 15-й. 15-й, четверка пентаклей сама выпала, и здесь обнуление. Обнуление воздействия через 15-й. Кстати, я когда готовилась, я уже ничего не стала оставлять, потому что там было много информации лично для меня. Тоже 15-й выпадал. Здравствуйте, здравствуйте. На моем втором канале сегодня я уже, кто видел, хорошо, но на всякий случай скажу, что объявила, кто победитель по второй акции. Кому интересно, участвуйте. Почему об этом говорю? Потому что, знаете, что бесценно, я сегодня поняла. Вот те люди, которые попадают у меня на эту акцию, да, кого, ну, там, получается, выбирает как бы система, да. Так вот, в чем бесценность, да, в реакции людей. При том, когда их выбирают, да, вот на несколько там секунд, вот это счастье, восторг, вот те, кто в этих акциях побеждал и будет побеждать, ребят, запоминайте эти моменты, фокусируйтесь на вот таких вот ощущениях своих, когда вы счастливы, потому что именно вот эти моменты делают нашу жизнь. Итак, ребят, смотрим, давайте, что будут показывать, кто враг, вообще планы врагов. Поехали. Двойка мечей. Ребят, мы, по-моему, уже как-то говорили насчет этой двойки мечевой. И тем не менее. Давайте так, враг, возможно, король пентаклей. Почему возможно, сейчас объясню. Потому что здесь мне показывают, какие были произведены воздействия на вас. Во-первых, закольцовки. Во-вторых, чтобы вы не встретили свою вторую половину, чтобы у вас не было союзов с друзьями, со знакомыми. Контракты, документы, договора, сделки, клиенты, покупатели. Все, что связано у кого-то, работа по всему миру, тоже вот особенно вот эти аспекты. Но здесь еще, знаете, как интересненько проходит там. А здесь персонаж король пентаклей,
А ну-ка, сейчас уточним. Значит так, в прошлом это король Пентаклей, причем вы его таковым видели. Приписывали ему эти качества. На данный момент это всего лишь паж кубковый, ребят. Вот так-то. Здесь по закольцовке накидываются, то есть постоянно попытки подключиться к вам. По любятине. То есть через нижние чакры, через сердечную. Для подпитки вашего ресурса, потому что человеку нужны доходы. А еще мне почему-то идет, что этот человек на инвалидном кресле. Почему, не знаю. Возможно, будет. Возможно, уже есть. Понимаете, ему нужны деньги. Просто вот бабло надо. Планы врага. Ну вот, собственно, планы врага. А вы закрываетесь от этого человека и от подобных ему. Да что у нас мужики прут-то, а? Активировались. Видимо, бабы-недоброжелательницы пошли зализывать раны. А, кстати, по последним новостям, девочки, готовятся. Бабы готовятся. Планы там колоссальные, но глупейшие. Почему не смотрю сейчас, если покажут, окей. Потому что их ждет сюрприз. Даже вне зависимости от того, будете ли вы делать чистки. Видимо, поэтому пока они недостойны нашего внимания. Итак, планы врагов, ребятушки. Коль у вас есть семья, планы разбить эту семью, влезть в нее с дурацкими предложениями, навешать на уши. Опять же, я же говорю, зацепки по сердечной чакре. Я, пардон за французский, но, блядь, ну неужели непонятно, что не работает, а? А ну-ка, давайте посмотрим, а работает ли. Ребятки трудятся, не покладая рук, трудятся, значит, на три... Короче, человек плюс обращение, плюс ритуалика, то есть ему говорят, что делать. И то есть три энергии, поняли, запускается. Здесь через храмы работа ведется однозначно. Ну вот смотрите, как ложится работа на вас. Здесь крадники, причем это уже стабильно давно и несколько лет может длиться. Но вы уходите от этого? А что там за работа с храмом-то? Слушайте, а здесь предки духи рода за всеми вот этими поставленными свечами очень даже активно бдят. Человек пришел, поставил свечи. Ну, как пример я говорю, да? Ну, здесь работа с огнем через храм. А ему то есть, короче, он выходит и выходит уже с багажом всяких подселов на себе. Это ваш род. Это предки-духи вашего рода его встречают на этом поприще. Здесь, смотрите, мороки и оморочки. Человек сам в иллюзиях, но и тем не менее, понимаете? Вот троечку бы мечей вам. Вот помешан на том, чтобы сделать вам тройку мечей. И через сердечную чакру, через любятину. Ментально-астрально воздействовать может пытаться. То есть приходить во снах, предлагать всякую ерунду. Если есть общие дети, пихать эти подарки детям. Задействовать ваших родственников. Я еще раз повторюсь, в вашем сне. А что хочется тройку мечей-то сделать? Что у тебя там не так? А, проблемы по работе, понятно.
проблема в рабочих аспектах. То есть, ну, значит так, ваш враг, а кто наши враги? Это люди, которые потребляли, да? Не в состоянии, которые соблюдать равноценный энергообмен. Подождите, а что делалось раньше вам? Здесь были подклады в дом, и слушайте, здесь, давайте так, минимум алкоголя. Так, минимум, девочки и мальчики, здесь пытались рассорить вас и ваших детей, то есть, чтобы вы ругались. Здесь по справедливости все это, конечно, здесь высший суд за этим наблюдает, но здесь кто-то приходил. Кто приходил? Здесь, знаете, вы, видимо, ну, вовремя спохватились и не сидите на месте. Фортуна крутанула в вашу сторону. Для некоторых может быть то, что действительно были проблемы с детьми, то есть психоэмоциональный фон детей шатнуло. Это минимум. Максимум здесь сделали на то, чтобы ребенка не было. То есть, особенно актуально для тех, кто в положении. Но вы знаете, вот эти события в свое время полностью обнулили вашу эмоционалку. То есть, вы очнулись, грубо говоря. Понятно. Короче, человек хуевертил. Цеплял вам крадники, это мы уже увидели. Получает по балде. И то есть он еще и недоволен. Удивительные люди, да? Просто такие, я же говорю, чудесное создание, чудесное. Хорошо, проблемы по работе, тройка мечей, опять к вам подключиться, но слишком уж это, мать его, банально. Уж слишком банально. Как по-моему. Неужели они думают, что это работает? Или уже такое... О, я поняла, в чем здесь момент, девочки. Вот оно. О, папа. Здесь, знаете, что проходит? Здесь уже безысходность, здесь паника, здесь отчаяние, здесь высшие силы, абсолют. Полностью обнуляет походы по кладбищам у вашего недоброжелателя. А он на вас через мир мертвых пытается делать подселы и тому подобное. Давайте-ка посмотрим. Почему же? Я бы не сказала, что это слишком, ну, возможно, для некоторых и будет, ну, прям глобально давать, да? Кого-то задевает больше, кого-то меньше, кого-то вообще не задевает. Все зависит от того, на каком вы уровне находитесь. Что там с человеком, с его психоэмоционалочкой? Точки опоры нет, связи с общественностью разорваны. Здесь так много интересного всего проходит у человека. У него планы, у него с эмоционалкой вообще беда, огорчение.
Здесь человек может на вас просматривать среди тех же тарологов, типа, ее мысли, чувства, действия, коль мы на мужчину смотрим. Мальчики, для вас эта девочка здесь проходит, хотя и мужчина тоже может быть. Так, мальчики, если мальчик, то это... Если мальчики смотрят на мальчиков, короче говоря, здесь вопросы с любятиной, но и девочки могут проигрываться, смотря кто кого загадывает, короче говоря. Значит так, у человека очень много планов именно по кубковости, человек переполнен. У меня такое ощущение, что он полностью уже в своей башке выстроил жизнь с вами, как он вас опять в очередной раз вокруг пальца обведет. Вот понимаете, здесь реально у человека просто воздушные замки в башке. И он еще может и выбирать, кстати. Джекпот. Значит так, работа с предками, духами его рода у него прекращена, если он там пытался что-то как-то трудился или умел, коли это практик какой-то. Я вам хочу сказать так, здесь периодически, вот реально, это уже у человека просто как, ну, стиль жизни такой. На протяжении всей его жизни, давайте скажем так. У него разум то просыпается, то полностью в бессознанку уходит. То есть человек под приворотами, опоями, окормами, понимаете? Здесь что-то, я же говорю, слишком все как-то банально сегодня. Ну, подождите, сейчас мы, чую я, мы докопаемся до интересных сюжетов. Знаете, здесь что проходит, ребята? Здесь человек, которому делают вот эти все опои, окормы, присушки, привязки. Давайте так, так как нас девочек больше, да, просматривают. Буду от лица девочки говорить. Здесь мужик, которому вот это все делают какие-то бабы, его мать, сестра, какая-то одна баба, вторая, пятая, 37-я. Но почему-то во всем этом он винит вас. Хотя по факту его пользуют и таскают, как штопанный гондон, все, кому не лень. Вот такой парадокс. И понимаете, вот в эти моменты, когда у него там запускается трансформация, когда с него сходит какое-то магическое влияние, он такое что-то там оклемывается, где-то что-то как-то соображалка запускается, и на него тут же повторяют программу. И вот пока у него там промежуток между, да, вот этими воздействиями, у него реально трансформация, ну знаете, это как, я не знаю, с чем это вам сравнить. Вот представьте, да, дети, когда учатся ходить, вот представьте, что человеку уже там может быть под 40, даже под 70, неважно, сколько ему здесь лет, но там меньше. А он до сих пор ходить не научился, только начинает и обсирается. Только вроде бы первый шаг получилось сделать, ему сшибают эти ноги. Понимаете, здесь человек не управляет своей душой, судьбой, у него нет силы воли. Вот так-то. Почему любятина? Такое впечатление, что у него, вот знаете, вот этот шаг остался, чтобы полностью, ну, раскопать, что к чему и где. На него делают, и у него начинается бельчатник в отношении вас. И за вот эти постоянные круговерти, знаете, ему уже давали шансы не единожды.
Вот реально, не единожды. Каждый раз все хуже, дальше и глобальнее человек, ну, сам себе не принадлежит, там уже ничего внутри нет. Там душа на переработку пошла. Там уже бесятины, подселы внутри и тому подобное. Но, знаете, персонаж вот просматривает расклады из области ее мысли, чувства, действия. Или что-то наподобие, чтобы как-то о вас, ну, раскопать информацию. Девочки, напишите мне, какого ляда у нас выстреливают бывшаки или кто это здесь? Причем человек знает, что на вас не работает, но продолжает тем же методом. Знаете, как вот, ну я же говорю, в шаге от того, чтобы реально раскопать, откуда ноги растут, и бац, опять его подкормила очередная какая-то клуша. И он такой, знаете, на кладбище вот или по храмам, чтобы сделать вам пакость, как за дозой бежит. А зачем ты это делаешь вообще? Потому что интересно, зачем он мне реально просто смысл? Вот знаете, вот, блядь, хомячок бегает вот в этом колесике. Вот у человека жизнь так проходит. Ретроградный Меркурий. Я думаю, здесь и Луна в Козероге. Ну, я поняла общий контекст, да, смысла. А зачем ты это делаешь? Не, ну реально, вот давайте у него сейчас уточним. Зачем ты это делаешь? Знаете, это вечный, блядь, ждун и ничего не делающий человек, персонаж. Он, им помыкают. Но здесь он хотел бы управлять ситуацией и скосить что-то ваше. Чтобы вы растратили свою энергию. Сейчас подождите. Слушайте, здесь человеку хотелось бы стабильности, достижений, наслаждений этими достижениями. Здесь еще может быть запойный персонаж. Хотелось бы, может, возможно, даже были такие моменты, на вас переклады вот этого делать пытались. Либо же здесь человек реально планирует к вам как-то проявиться, уйти от треугольника. Потому что он реально тупо себя разбазаривает. Но при этом управлять ситуацией. Какой ты хочешь управлять ситуацией? Ты своей башкой не управляешь вообще. Да, здесь, слушайте, говорю, здесь появление, здесь колесница выпадает. Приедет, напишет что-то. Возможно. Силой, значит, забрать у вас что-то хочет. Вознаграждения какие-то хочет, ваши ресурсы. А ресурсы касаемо вашей стабильности, вашей структуры, вашего бизнеса. Здесь человек хочет возродиться, знаете почему? Уж не знаю, коль вы ему там что-то из денег помогали, значит деньги будет просить. Если здесь тупо забор ресурсов через магические воздействия, в принципе... Здесь знаете что? У него все рухнуло. У него все полностью накрылось медным тазом
мальчики и девочки, особенно касаемо бизнеса и его структур. Ему бы хотелось бы это у вас коммуниздить. Параллельно с этим, уж очень много вы знаете, и человек об этом осведомлен. Почему? Потому что он обращался по вашу душеньку, и ему, видимо, кое-какие вещи, эти практики, в кавычках, подоткрыли о вас. Понимаете? Кто вы? Что вы? Что вы человек, сочетающий в себе две энергии. Ну, то есть тьму, свет, можете так назвать. Ребят, я, честно сказать, я даже не знаю, что дальше спрашивать. Я не понимаю вот этих вот моментов. Слишком все банально. Слишком все просто. Понимаете? Ребят, вы уходите. Здесь вас пытались закрыть. Знаете как? Чтобы вы сами себя сожрали. Своими же действиями, мыслями, поступками себя закрыли. От этого вы уходите в состояние императрицы. Набираете обороты. Да, здесь, конечно, ребятки бы хотели вам башню затеять, да, в жизни. Но дело в том, что у вас личностная трансформация жесткие внутренние проходят. Понимаете? Вы как-то больше на этом сосредоточены. Давайте, что за башня? Ну, здесь по справедливости... О, ну, смотрите, повешенность, справедливость, дьявол. Так, кто работает с энергиями по 15-му, я вас поздравляю. Здесь, конечно, у вас... А для чего? Для чего? Сейчас, подождите. У вас на это есть ресурсы, плюс новые договора могут быть. Слушайте, вас перепрошивают на новые уровни работы с 15-м. То, что мы и смотрели, помните, вчера, по-моему, да, по поводу внутренних трансформаций. Так а зачем тогда за этого недруга знать? Ну, реально, я же говорю, слишком все банально. Это как-то, знаете, на втором плане идет. Ну, вот реально, на втором плане. Вы все это прекрасно знаете, понимаете. Многие из вас это уже отражают, ну, просто даже мимо вас пролетает. Ну, давайте спросим тогда, с какой целью вообще... Для чего вам это знать? Мне кажется, вы и так как бы в курсе. Там все и так вам понятно, и подсказки приходят. Для чего вам эта информация? А вот теперь здравствуйте. Значит так, вам нужно работать на перекрестке в новолуние. Это раз. Два. Отстаивать свои границы, если появится сладкий... Горы к хуям. Знаете, есть такие горы, по-моему, в Китае или в Японии, не знаю. Но они где-то там. Вот туда же, вот туда, в Альпы. Вам нужно бороться за свой ресурс, за финансовый канал. Предки рода. Что предки рода хотят сказать? Защита у вас есть от мертвых, от богов, от рода и от темных. Слушайте, что вам хотят сказать? А знаете, в чем вообще соль расклада? Я же сказала, я докопаюсь, слишком все элементарно. Смотрите-ка, в чем секрет, ребята? Вот эти вот телодвижения этих поганцев, да, это всего лишь такая вам, я не знаю как, вот такой щелчок. Обрати внимание, знаете, как просто вас заинтриговать, дабы вы пошли и поработали кое-где по своей силе. И при вашем ритуале к вам кое-кто выйдет. Не такой, как всегда.
очень не такой, как всегда. Здесь, понимаете, расклад о том, что... Вас подготавливают, вы должны об этом знать. О том, кто выйдет, видимо, чтобы у вас страха не было. Нападки вот этого вот чудо-юдо, как бы, ну, вы под защитами. Вот для этого вы должны знать это. Он просто как спусковой механизм, его вот эти вот... Конвульсии предсмертные, особенно в магическом вопросе по отношению к вам, это, ну, ни о чем. Для чего еще? Итак, ребятки, смотрите, вот этот мужик, бывший он там, не бывший, ваш какой-то там недоработодатель, брат, дядька, этому человеку очень хочется разрушить ваш брак. Понимаете, здесь прям мужчину, девочки, для вас, мужчину вот надо, чтобы... Короче, здесь нападки на мужчину, кто в браке уже состоит. На его бизнес, на его статусность. Чтобы он как-то перестал вам помогать, поддерживать. Здесь подклады в дом, еще раз информация идет. Возможно, монеты будете находить, иглы, булавки, но здесь больше иглы, ножи. Бдите за этим. Это как один из вариантов. Второй момент. Здесь по вашим защитникам, но если они хотят сдернуть ваши защиты, ну, земля им будет пухом. Тут вообще как бы, ну... Я бы им не советовала туда лезть. Но они же все равно полезут. То есть защиты ваши они не сдернут. Потому что там, ну, своя махина по этому вопросу запущена. Здесь, знаете, как-то интересно так. Возможно, вы должны встретить свою вторую половину. Для кого это актуально? Вот это пытаются перекрыть. Возможно, этот мужик влазит в вашу жизнь каждый раз, когда у вас что-то должно, понимаете, быть новое. Новый проект, новый бизнес, открытие очередной фирмы, либо встреча реально вашего партнера, и влезает вот это вот ни о чем, понимаете? То есть обратите на это внимание. Если это циклично, значит, вот этот цикл вам надо приподзакрыть на перекрестках, я еще раз повторюсь. Вот такие аспекты. Возможно, у кого-то из вас не получалось какие-то закольцовки сдернуть. А помните, здесь с них началось. Так вот, к вам кто-то выйдет и сдернет. А перекрыть его ход к вам смогут? Ну, наблюдать будут, на кладбище будут работать, сотрудничать. Здесь, возможно, несколько человек будет трудиться, а трех человек... Быстренько побегут нападать на вас, но дело в том, что это все обнуляется. Нет, здесь их попытки просто уходят в никуда. Здесь огнем еще поработайте на перекрестках, и будет вам чудо. А их пырханье вообще ни о чем. Здесь все, я поняла, ребят, здесь основополагающее, встречайте, к вам идут энергии определенные, каждому свои, здесь новые договора, здесь повышение ваших вибраций, у вас новый идет уровень, и с вас снимутся какие-то закольцовки. Вот что здесь, вы переходите в девятку пентаклей, все, вот это вы должны знать.
Так, теперь давайте-ка на вот этой колоде я хочу подсмотреть, как у нас... Давайте так, ваше состояние. Следуйте советам тех людей, кому вы доверяете, в ком вы уверены. Это и предки рода вашего, и, допустим, у кого есть свой наставник, допустим, мастер, с которым вы сотрудничаете на постоянной основе, либо тот же таролог, понимаете, у каждого свои моменты. Вот он вам укажет, куда двигаться, это ваше состояние сейчас, и все-таки... Это жрица, да, здесь реально вы прислушиваетесь к какому-то человеку, к практику, к знающему. Должны сконцентрироваться на ситуации и продолжать путь вверх. Так, понятно, ваше состояние норм. А чего бы вам хотели они? Какое бы они вам хотели состояние привнести? Безденежье. Горе, разочарование и слезы. Не спали, чтобы вы ночами. Чтобы у вас, ну, провал в ваших делах был. Чтобы вы ни во что не вкладывались и ни в кого. И чтобы вы завершили то, что... Короче, чтобы вы вот что-то планируете, создаете, бросаете. Поняли меня, да? Чтобы вы просто остановились и оставили проект незавершенным. Либо ваше решение, либо ваш выбор. Вот чего они хотят. А, видимо, все, пасочка спеклась и сказали: нет, дорогие мои. Как там в песне было, не помню. Короче, высшим силам это поднадоело. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Планы. Давайте-ка посмотрим на Таро Веретника теперь планы еще. Сейчас я чуть-чуть почитаю ваши комментарии. Девочки, вот смотрите, по поводу, что кому там наговорили, я в ближайшие дни уже, у меня это в планах прописано, хочу тоже посмотреть, просканировать, кто что трепет за нашей спиной. Так, почему враги больше знают о нас, чем мы о себе? Здесь есть несколько вариантов, либо вы не в ресурсе, либо же они думают, что они знают о вас что-то, если вы в ресурсе. Ну, то есть вы в потоке, вы в практике, ну, в этих всех моментах. Хотите в магии, назовите это так. Значит, они просто видят то, что они должны видеть. По поводу, как убрать закольцовки, это наличная консультация и, пожалуйста, какие закольцовки, что, как. Ой, Оксана, вы бы знали, как, да-да-да. У меня у многих, особенно кто у меня на индивидуальном обучении, да, их недоброжелатели примерно такими же методами действуют, бедолаги. Но это тоже своеобразный, знаете, такой проверка на вшивости тех, кого я веду. Потому что, ну, на моей личной практике каждый мой ученик всегда натыкается на одну и ту же. Ну, это закономерно, это всегда так и было, у меня с моим учителем так было. Натыкается на эту преграду, то есть доверяешь ли ты интуиции, прешь ли ты, или же ты, ну, пасуешь и тормозишь. С
сойдете с ума. А они вам не сказали, что с вами будет, если вы, ну, разовьетесь? Ой, допустим, да, вы будете развиваться, сойдете с ума. А если вы не перестанете развиваться, то есть, ну, точнее, перестанете, то что тогда? Не сойдете, нет? Они вам не будут помогать. Уточняйте у них детали во снах, понимаете? Задавайте им каверзные вопросы. Коль на то пошло. Так, давайте по магическим аспектам пройдемся, по шустрикам. По шустрику, да? Так, 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 так. Ой, девочки, 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 не получилось вызвать у вас сострадание, мальчики. Здесь обращение было к какому-то практику, тот, видимо, посоветовал. Вот, пожалуйста, Оксана. Здесь сотрудничество с практиком. То есть там ему подсказали, как что, как бы, как пользоваться этими вещами, да, на определенных уровнях. И они начинают вот так вот подлазить. За состраданием бегают. Понимаете, и разочаровашки не получилось у вас продавить. Не сострадательная вы больше, понимаете? Ну, подцепиться не выходит. Ах ты ж, сука, ты сука. Значит так, ребята, человек получил проклятие, причем родовое какое-то он на себя одел. Одно из. Насчет зависимости связано, знаете, за что? Здесь на астральном плане было, как бы так правильно вам сказать, внедрение в ваше пространство, что якобы этот человек покаялся, что якобы он там все обдумал и просит у вас прощения. Но здесь высший суд, и известие вы получите об этом вашем персонаже. Здесь работа через астрал-ментал была с вашим сознанием, и за то, что было произведено, я не знаю уж, пожалели вы, поддались ли вы этому, либо вы нахлобучили вовсю. Но здесь человек натянул на себя родовуху этими действиями. Высший суд. И известие вы получите. Давайте-ка я посмотрю. Нет, я хочу оставить эти карты. Давайте, что там за известие будет? По зависимостям, там я же говорю, ну, грачи уже улетели как бы. Известие благополучия вас ожидает, помощь вас ожидает. От вас помощи не получил вот этот персонаж. Я же говорю, подключиться не вышло, вы все видите, у вас яснознание. Вам это перекрывали, а все. Не работают их работы, просто не ложат, ну не работает, ну вот все. А они делают, 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 понимаете? Такое впечатление, что человек бегает к разным практикам, они рассказывают ему различные ритуалы или что-то там еще, вычитки какие-то, выдержки, блядь, из «Красной книги теней». А смысл этих ритуалов, понимаете, единая цепочка, единый смысл. А человек-то не разбирается. Понимаете, у человека-то виделки нет. Ну, какая виделка у таких людей? О чем здесь? Здесь побухать, поблядовать, пожрать, поспать, пультом каналы попереключать. Не знаю, там, вот эти, как их там... Рекламы выскакивают, когда фильмы смотришь. Казино Рояль или чего вот такая реклама надоедливая. А вот в эту херню порубиться, авось я выиграю, стану султаном. Понимаете, здесь король продавленного дивана, короче говоря. Все блага должны мне в рот сами заливаться. То, ну, какая там виделка и понимание?
Здесь пытались вам виделку эту перекрыть. Сейчас хочу посмотреть. Ребят, я вот уточнила, что здесь по карте суицида выпадает. Вы исцелены, у вас повышение вибрации идет, причем в колдовстве. Ребята, помните расклад на днях, где я говорила о практике? Не помню, на каком своем канале. Я об этом, кстати, давненько уже это проходила. Я вас торжественно витаю, поздравляю по-русски, кто не знаком с украинским языком. Так вот, здесь вы получаете силы другого практика, которому вы, видать, нахлестали да по щекам. Здесь не один человек по вам работал. То есть, смотрите, у вашего недоброжелателя, значит, на этих практиков, на эту всю билиберду еще есть деньги. Да, здесь обращение было, мол, наказать. Вас ни к одному человеку обращался. У этого человека есть какой-то оберег, чтобы ему типа фартило, везло, деньги к нему шли. Да, чтобы дары судьбы получать. Но я вам хочу сказать так. Здесь подвох и от практика в этом обереге есть. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете об этом. Посотрудничайте, пожалуйста. Упомяните этот оберег. Его снесут по энергетике те, кто к вам выйдет. Даже те, кто с вами уже сотрудничают, вам помогут в этом. И просмотреть даже можете, что это за оберег. Пусть хоть обвешается имя это. Знаете, так подорожник к открытому перелому человек прикладывает. Я вам хочу сказать так, что это кому интересно, можете. Но здесь дело в том, что этот оберег несет определенные санкции. Здесь плата-то за этот оберег куда поинтереснее, чем то, что этот оберег может принести человеку. Ваш недоброжелатель об этом, естественно, не в курсе, что его поимел тот практик, к которому он обращался. А ну-ка, практик поимел или это уже силы сами там распределили? Да, практик делал. Практик прекрасно знает, что если... Короче, так, человек обратился к практику. Возможно, тот... А ну-ка, тот... А тот, может, и предупреждал его. Ваш недоброжелатель согласился на это. Тем самым он подписал внегласный договор с темными силами, давайте это так назову, что он отдает себя в откуп за какие-то блага. Определенным энергиям, конкретно неупокоенным созданием. Сами силы, дело в том, что этому вашему недругу мстят. Здесь что-то и практик отхватывают, у него свои моменты там идут, то есть, ну, натрудился, видимо, уже. Сказали, хватит, отдохни, пенсия тебе положена. Ну, как бы, короче, снимают его с поезда, он уже больше практиком не будет. И я вам хочу сказать следующее, что у этого практика были договора на то, чтобы он приводил на убой души определенным энергиям. Но здесь и энергии взбеленились, понимаете, по поводу практика и по поводу этого вашего недоброжелателя. Здесь параллельно этот практик свое там нахуй вертел, предлагал ему, то есть, ну, он как бы его в какой-то такой момент... Понимаете, как он, это практик,
вот этот практик, он правильно преподнес информацию, то есть толково, он как бы человека предупредил, но между строк, а понял ваш недоброжелатель, ну, коль согласился, видимо, не совсем понял. А ну-ка, понял он? А это было его искушением, это, знаете, практик на его больное место надавил. Понимаете, как? Прям продавил его по всем его комплексам, по всем его больным местам, мол, давай, ага, мы сейчас и привороты тут нафигачим, и деньги заберем, и все там ей разрушим. Ну, опять же таки, да, девочки, смотрим же на мужика этого, мужичка или как это, холопье, холопье просто. Так вот, практик здесь, просто как психолог, он свое дело знает. Ну чё? Чё? Через плечо, да? Но если приходят такие вот, ну, почему бы их не пустить в оборот? Короче, у того практика своя дорога, у вашего нет друга, теперь своя уже, знаете? Ой, как же ж ваш недоброжелатель рассказывал этому практику. Сколько лжи было о вас, это вообще. Ой, это, короче, вот что ваш недоброжелатель. Пришел к практику и говорит, значит, была удача, за мной ангелы стояли, оберегали, а она такая сякая. Это все из-за нее, все плоды моих трудов рухнули. Ну, как вы поняли, да? Лицемерие, лицемерие, лицемерие. О своем скрытом умысле умолчал. О том, что делал, естественно, ну, как, кто ж об этом будет говорить? Здесь человек, понимаете, как действует по жизни ваш недоброжелатель. За счет чужих проблем, за счет чужого горя наживается. В каком аспекте? Давайте я вам сейчас расскажу. Допустим. Ну, допустим, да, в ситуации разные бывают. Там беременную оставил. Там неправильное, ну, то есть несправедливое распределение имущества при разводе, прожили в браке 20, 30, 40 лет. Допустим, человек халтурно строит дома, потом судится, потому что его домики падают, понимаете? В таких аспектах, то есть начиная от личностных, заканчивая глобальным, извините, меня наебало вам большого количества людей ради личной наживы и выгоды. Ну, в понимании человека только так можно стать богатым. В его понимании богатый – это когда много бабла. Тогда люди будут перед тобой ползать, а значит, я что-то значу в этом мире. Да, здесь заключение договоров было при замутненном рассудке. И за это человек уже все получает приговор на данном этапе своей жизни, ваш недруг. Нормально. Нормально. Оксана, они судят по себе. Для этих людей чуждо то, что для вас является крамолами и прописными истинами. Для них это реально просто чуждо. У них это в башке не укладывается, понимаете? Если, допустим, живет баба, которая приворотами держит своего мужа, рожает от него двое детей, вот этой бабе уже за пятидесятник, она думает, что и ее сына будут кто-то там вечно по приворотам держать. Опять же таки, просто как пример, она будет судить по себе. Потому что она не в состоянии, кроме как опоями, кормами держать возле себя мужика. И то каждый раз, когда она отворачивается просто там, не знаю, взглянуть с севера на юг, понимаете, взглядом, ее мужик уже потрахивает все, что там мимо проходит. Ну, как бы,
опять же таки, просто как пример. Давайте лично для вас еще, что вам нужно знать, планы врага. Тут, знаете, я бы не сказала, что есть какая-то экспрессия, какие-то прям глобальные моменты. Но, девочки, возможно, для тех, кто вновь прибывший, да, на мой канал, это для вас более актуально, более так, еще, как говорится, да, вы в начале своих трансформаций. Но в основном аспекте я скажу так, здесь такие моменты, вы имеете вот эти все перетрубации за вашей спиной в виду, ни больше, ни меньше. То есть здесь нет такого атас, веселее рабочий класс и пахота, да, как то, когда, ну, бывают вот при магических войнах, нет. Я бы сказала больше, вы в релаксе. Потому что, ну, на вас есть определенные планы, вас к этому готовят, об этом я отснимала, ну, отсняла уже ролики. Мы уже об этом говорили ранее. То есть особого напряга для вас и я не вижу. Для кого это не так, значит, да, вот здесь вот закольцовки еще имеют место быть. Вы как где-то тоже, вас по кругу закидывают удочку и каждый раз вас с крючком поддевают. Итак, давайте для вас. Смотрим в будущее, подготавливаем все свои планы предприятия, изменения вас ожидают. Здесь будет ваш рост медленный, но уверенный. Почему? Потому что вы знаете, что все, что быстро, то не здраво. То есть здесь вы будете вкладываться понемногу, по чуть-чуть. И, кстати, без личностного напряга, без перенагрузки вот этой, знаете, работа в кайф, давайте так скажу, работа по любви. Но это заложит офигенный фундамент в ваше будущее. У вас долгосрочные планы. Это пытались как раз вам и закрывать, но здесь мир мертвых у вас на защите. Я же сказала, и карта предков духов рода падает. И трансформация, изменения у вас идет. Так. Ну и вот смотрите, сила и туз пентаклей. Девочки, давайте я этим закрою. Почему? Потому что я дальше увидела по энергиям, что грядет. Я не хочу это раскрывать по одной простой причине. Для каждого из вас, мальчики тоже, трансформации будут индивидуальные, но направленность единая. Примерно как бы вы понимаете, кто-то уже знает конкретно, но я скажу, здесь как-то до конца не говорят. То есть, знаете, вот есть сокрытое, есть тайна. Давайте мы туда копаться не будем. Почему? Потому что, чтобы недоброжелатели просто вот тоже до последнего не знали, как и вы. Чтобы не могли считывать, влазить в это все. Там что-то интересное и грандиозное. С чем я вас и поздравляю. Почему здесь вот, ну, карты замечательные, и которые колоду закрывают. Туз пентакли, я еще раз повторюсь. Это не только деньги. Это куда больше, чем некоторые могут себе представить. Но на самом деле сейчас они уже представляют. И смотрите, и карта Солнца. Ну, думаю, кто в курсе, тот в курсе. Вы меня поняли. Пусть это будет такой вот сюрприз. И вам, и нам, и им, и везде. Напишите, пожалуйста, как для вас проигралось, почему, смотрите, девочки и мальчики, те, которые сейчас, ну вот вы понимаете, что на вас эта ситуация, эти влияния жестко, да, как-то вот отзываются, значит, вот этот расклад, это то, к чему вы в итоге можете прийти, избавившись от вот этих закольцовок. Но там не только закольцовки, девочки, здесь именно тоже еще родовая какая-то проработка, но я бы сказала, знаете как,
уже отработка. Почему? Потому что вы проработали эту ситуацию внутри себя. Так, эти я использовала карты, а здесь у нас... Здесь у нас вот такие десятка мечей, карта заговоренная на смерть у меня. Ну, на фактическую смерть. Не факт, что это будет на физике, девочки. Бывают по-разному. Бывает такая трансформация по смерти. Вот человек лежит обездвиженный лет 15, до того еще момента, когда уйти сможет из этого мира. Вот вам эта карта, как пример. То есть, когда будут просить о смерти еще. Видимо, недоброжелательно. Возможно, да нет, невозможно. Вам это делали, вы от этого освободились. И делали это в вашем доме, в вашей семье. И здесь, знаете, как обнуляли ваши мысли, ваш стиль мышления, ваши ресурсы, ваши знания, вас как личность, обесценивание шло. Вот от этого здесь очищение идет. Ладно, там еще много чего. Фу, думаю, основное вы услышали. Слушайте, а напишите мне, пожалуйста, по поводу вот эти мысли, чувства, действия. Ну, я не знаю, может, чисто для прожать, если для вас актуально. Посмотреть там на бывших, на мальчиков, на девочек. Это актуально вообще по тематике? Напишите, хочется мне узнать. Почему? Потому что где-то, наверное, дня три у меня прям вот эта фраза «мысли, чувства, действия», понимаете? Я как бы, по-моему, когда-то я писала такой ролик, но это было там разово буквально. Ребят, если влияет, нужно, ну, выбираться из этой ситуации. Чистить себя, развивать себя, поднимать вибрации и идти в трансформации свои. Итак, жду вашего ответа по поводу, актуален ли расклад, там ее, его чувства, мысли, действия. Там на женщину можно сделать расклад и на мужчину отдельно, чтобы не мешать все, чтобы кони люди не... в винегрет, да, не превращались. Так, пока 1-1. Да, я все свои трансляции оставляю в записи, конечно. Потом можете пересмотреть. Так, ребят, короче говоря, я еще подумаю по этому поводу насчет роликов. Почему? Потому что все равно, вот если мне идет, значит, надо вот кому-то чисто для поржать, а кому-то, возможно, это будет очень даже актуально. Кому, ну, не зайдет, значит, просто не будете, ну, перенапрягаться там и смотреть, ворошить вот эти. Кстати, еще девочки, вот, точно. Хорошо, что Татьяна вот это написала, да, да фу, теребить эти энергии. Вот. Я... Вот вы натолкнули меня на правильную мысль. Ребят, с чем столкнулась? Есть тарологи на этом же Ютубе, которые, знаете как... Сейчас объясню. Допустим, как будет наказан ваш враг? К примеру, я не дословно, я просто, ну, пример вам называю ролика, название. И вот, допустим, ролик длится 40 минут. И 30 минут из этих 40 этот таролог
прям, знаете, ковыряет подноготную, достает вот эти все, знаете, вот ковыряется в ране, которая только начинает затягиваться. Если вы понимаете, что вас это напрягает, то смотрите, при вот таких моментах, во-первых, не глядите эти ролики. Почему? Потому что в этот момент просто скачивается ваш ресурс. Поняли, да? Именно к этому тарологу на самом деле. То есть вот эти все ковырялки в подноготной, это психологический тоже трюк определенный. И есть тарологи, которые это подают адекватно. То есть так, вот так, вот так и вот так. Если нужно, в моем личном случае, если нужно сделать акцент, да, и надавить человеку на больное место, чтобы он отпружинил как можно дальше, да, я это сделаю. Но не, извините меня, не 30 минут вот в этом всем копорсаться. Это да, это перебор. Просто, чтобы вы понимали, почему это делают. Потому что просто-напросто такие тарологи на себя подсаживают. Так что давайте-ка, коль такие неоднозначные моменты, я еще все-таки, ну, по ответам по вашим, я еще подумаю насчет вот этих мыслей, чувства, действия. Если вот реально оно у меня еще в башке будет сидеть, звенеть периодически, значит, я отсниму. Вот, Надежда, не переживайте, добрый вечер, не пропустили, в записи все сможете посмотреть, послушать. Ну вот, в любом случае, каждый для себя что-то посмотрит, ну, найдет для себя какую-то подсказку, инсайт. И бывает иногда, знаете, вот так слушаешь какой-то вообще ролик ни о чем, и у тебя инсайты такие проклевываются, ты такой, матчи знаю, вот это да, вот это я, конечно, ну, протупил, не замечала, оно все на поверхности было. Поэтому, ну, бывает по-разному. Ну, короче говоря, девочки актуально, все равно это актуально. И для мальчиков тоже насчет девочек я сниму. Почему? Потому что там у барышень, которые привыкли держать мужиков приворотами, магией, вот этими, знаете, сексуальные привязки, короче говоря, у них там тоже сейчас крыша с нос валит. Короче, у каждого там по ком-то есть вопрос. Я же говорю, у меня 3 дня вот эта фраза просто вот, ну, звенит, вот его мысли, чувства, действия. Думаю, да елки-палки, я по этому, ну, вообще не по этим темам. Татьяна, это не совсем, знаете, куда более лучше звучит фраза «познакомились на одном кладбище», «работали на одном кладбище, и там и познакомились». Бывает еще веселее. Хорошо, ребята, всех вас благодарю за обратную связь. Всем осознанным добра этого мира. До новых встреч и пока-пока.